Через 3 дня уже уезжаю. Инфекция. Сапсес. Можно. На тебе сушку с колена. Слышишь? Его к себе. Вот так. Имею право забрать ее себе. Так как она пропитана уже духом воина и моим потом. Проект «Напролом» – реалити-шоу, где все по-настоящему. Самый крутой реалити-сериал о единоборствах, где участники сквозь боль, пот и кровь идут к своей цели. Кто-то ломается на тернистой дороге, а другие показывают характер, сжав зубы, идут вперед. Условия комфорта минимальны. Это не для каждого. Здесь жесткие тяжелые тренировки на износ. Вкус победы, горечь и разочарование. Более характер, жажда к цели. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новых серий. В этом реалити может принять участие каждый. Ссылки в описании. Пацаны, как мы видим, напролом это не только поединки. Вот Женек уже отстрелял все поединки, осталось пару дней, скоро едет домой. Но здесь с утра звонит, говорит: Сань, срочно надо что-то делать, рука нарывает, болит. Думаю, что это у него bite infection, то есть комар укусил, и она нарывает на руке. Так что сейчас едем в клинику. Показывай, Женек, что там. Короче, вот так вот все херово. Но это я уже давно утром там с ной полез. А вчера приехали в эту поликлинику. Она мне просто, знаешь, так верхний слой вот этот сняла. Чуть-чуть там подавила, увидела, что ничего не полезло. Все, наклеила какую-то фигню и отправила просто домой. Просто тебя нарывает и болит, да? Да. Я думаю, что ты комару кусил. Аж руку больно разгибай, прикинь. Ну все, Женек, сейчас будем антибиотиков выписывать. Скорее всего. Но я уже сегодня бахнул там Саниных антибиотиков с утра. Ты же не мог дождаться, да? Да, 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 капец вообще. Как обычно, малой крови, 360 бат, инфекция. Сапсес. То есть надо мылом мыться, протекс он выписал, 7-11 необычное кусковое. Ну и плюс антибиотики такие, как были до этого. Точно такие же, у меня еще дома пару пачек таких лежит. Ну, нормально. Пару таких 20. По 4 капсулы в день надо будет пить. Уже хорошо, ты не готовишься к поединкам, потому можешь, ну, полностью, да, это пропить. Нормально. Пару дней покайфуй, на пляжике чуть-чуть потренируйся и домой холодные эти. Вон бумажку выписал для страховой. Да, большая. Приеду, может, еще бабасика выпадет мне. Сомнюха у меня, страховая. Я тоже что-то вот думаю. Что-то придумают по-любому, чтобы тебе этих денег не возвращать. Посмотрим, что. В общем, после клинички что-то нужно перекусить. Вот тут что-то готовят. How much? 20. 20. 20 бат, курочка. Что, все нормально? 20. abcshop.su. Эксклюзивная продукция для спортсменов. Короче, приехал зайчик проверить, как тут Санек тренируется. Я уже не тренируюсь, так как я свое отбился, короче, и вот думаю, еще перед отъездом на тренировочку схожу. Better. Че, электролиты пьешь? Да, божественные электролиты, концепции Muay Thai. Ну ты прям как по заученной бумажке прям. Божественные электролиты, концепции Muay Thai. Ну это... Можно. На тебе сушку как... с колена. Что ты стартуешь сразу? Понятно. Что, все, тренинг кончилось? Ну да, все время уже видел. Что, полы будешь мыть? Да, как обычно. Ну, может быть, я тебе помогу, а может быть и нет. Ты уже вольная птица. Через 3 дня уже уезжаю. Буду скучать по этому месту. Но я по-любому еще вернусь сюда. 100%. Санек тут моет полы. А тренера стоят над его душой и контролируют. Да, чай? Да. Что-что? Еще бегать 10 километров, говорят. Завтра-то? Да, каждый день. Конечно. Радует новостями, на головой стоят, вместо того, чтобы помочь что-то. Чё за новости? Только добивают. Ну, типа, добегал там, дофига. Ну, это ты уже сам должен знать. Не, ну я бегаю, типа, понял, потом по 5, вот эти, мне говорят, надо по 10. Планировал бегать по 5, там,
Попробуй реально каждый день бегать десятку до боя. Я тебе говорю, ты хер сдохнешь в бою. Ну реально, да. Хотя бы недельку побегать десятку по утрам. Ну хотя бы через день. 4 раза в неделю. Не понял, какая проблема, типа, я чувствую, что у нас все нормально, мне вот это нужно распрыгаться, раскидаться, понял, что, типа, каким-то быть более живым. Так я тебе про бег говорю. При чем тут это? Помогает. О, меня что-то фаза идет, подожди. Чопа. Sorry, are you close computer? Компьютер? Off? Off? Короче, я тут главный по компьютерам. Фами просит постоянно музычку включить. Выключить комп. Хотел сюда КС-ку установить. Что-то как-то руки не доходили. Сам не удержался еще. 5 минут на грушу поработал. Так голыми ручками пораскидался. Короче, уже автоматически просто тянет груши. Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров. Выносливость и здоровье, травяные капсулы, пучай планк, восстановление и реабилитация, тайские спортивные бальзамы, концепция муай-тай, продуктивность на тренировках и в жизни, электролиты, концепция муай-тай, эксклюзивная экипа, ручная работа, Spirit of a Warrior, фармакологические рецепты, поддержки спортсменов, курсы обучения, все то, что держит под грифом секретно, на сайте abcshop.su. Переходи, ссылка в описании, и не забывай подписаться на канал. Здесь много обучалок и реалити-шоу на пролом. Короче, Женек приехал, говорит, там перевели ему 2000 рублей на мою карту. Чтобы еще я... кабан получилось. Ну, почти. Это же 865. Да, 865. Вот. И Женек же сегодня ходил в госпиталь. И получается, я за него заплатил, ну и говорю, там, может, на стриме соберем, да и вернешь. И когда деньги пришли, думаю, интересно, он вспомнит, что нужно вернуть или нет. Но думаю, что, если он не вспомнит, я как бы промолчу, а потом просто на стриме вспомнить, потому что вот так и так, типа, и скажу, Женек, ну, в принципе, неправильно, как бы, если взял, то надо отдавать. Конечно. Да, но тот Женек приехал и такой... Я ж тебе должен, я говорю, а, ну вот, вспомнил. На самом деле интересно было, да, и ну, это хорошее качество, на самом деле. И видите, те, кто просто могут сказать, что вот Женек там гопник, там еще что-то. Но, пацаны, в принципе, видите, был бы гопником. Каким-то. Порядочный человек, конечно, чего он надо, не знаю, чего представил. Что говоришь, что рука лучше, да? Да, уже получше намного, там долонул сегодня, гной вышел, короче. Ну так побаливают, но уже руку могу нормально. Антибиотики прям 2-3 приема дали лучше, да, знаешь? Ну, да, типа сегодня, она сказала вообще по одной пить, а я сегодня с утра еще до того, как поехали, уже 2 бахнул, короче, еще когда приехал из больницы, поел, короче, и перепутал, еще 2, короче, бахнул. Ну лучше не надо, лучше да, где-то да, готово. Да, и вот сейчас утром, ой, утром все, уже башка не варится этим, на проломом отшибали все, короче, и сейчас вот вечером одну. На что будешь тратить свои 500 бат оставшиеся? Ну перед отъездом. Куплю магнитиков, да, фруктиков каких-нибудь экзотических. Ты говоришь, на стриме может что? Ну, на стримчанском, может, он на ход ноги мне там. А, на ход ноги, вот. Закинет мне там, чтобы побольше там привез. А то я заехал, посмотрел, магнитики стоят 50 бат. Вот такой магнитик. Ну, 3 на 100, типа, да. Ну, блин, хотелось бы больше 3 магнитиков привезти. Разберемся. Ну, это типа дорого, да, 50 бат? Ну как, для кого? Есть люди, для которых нет, есть люди, ну, может, для кого знаешь, да. Ну, может, места там, где по десяточке, по двадцаточке продаются. Можно съездить на ночной рынок, но дешевле не будет, это нормальная цена. Да, нормально. Женек, ну думаешь, мы там, может, что-то на стриме соберем? Надеюсь, такое? Надеюсь. Да, мне кажется, соберем, там нормальные пацки зайдут, сделают ветер. Ветер сделают. Я новую нам гифку сделал. И я с попутным нормально. Ветром улечу уже с фруктами и с... Все будет четко, Женек. С магнитами по-любому. Совсем недавно у Сани был бой, после которого ему только-только сняли швы. Тайцы пообещали, что следующий поединок будет через 3 недели. Но зная тайцев, это может быть через 2-3 дня. Это же напролом. Женя улетает домой через 2-3 дня. Он мог бы отдохнуть, но он как истинный воин, как настоящий друг, Саньку помогает в подготовке. И сейчас мы посмотрим заключительные спарринги Жени и Сани. We'll be right back.
немножко Сашиного кринча вам. Работай, чё ты повис-то на нём? Короче, Фа опять с чаем приехали к нам в гости. Фа меня разматывает еще на поединок, короче, но я уезжаю сегодня ночью, так что не получится. Кап-кап. Кап-кап-кап. ABCShop.su. Эксклюзивная продукция для спортсменов. В общем, собираюсь. Купил вот такую сумочку большую. Короче, а на донатики что нормальные пацаны накидали? Вот купил тут нормально фруктов так. Целый этот пакет маракуй, личи, там манго. И один это взял. Ну, он не очень вкусный, так что попробовали. Также по поводу экипы. Я отпахал все время без косяков и имею право забрать ее себе. Так как она пропитана уже духом воина и моим потом. Слаживаем щиточки, там не щиточки. Сюда. Ладно, буду собираться, пацаны. Это напролом. Самый крутой реалити-сериал про муай-тай. Не забывайте поделиться этим видео с вашими друзьями. А самое главное, для вас очень много полезного на сайте abcshop.su. Курсы обучения, тренировки дома, тайские спортивные бальзамы, крутая экипа и многое другое. Переходите, там то, о чем вы не знали. А также не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всем до скорых встреч.